Всем привет! Путешествуем по Петербургу, моему городу. Вот я что нашел по дому номер 18, улица Вивейская, на сайте City Walls. Доходный дом Капановы и Рыбиной. Архитекторы Харламов, год постройки 1901, стиль эклектика, доходный дом Капановы и Рыбиной. 1901 год, гражданский инженер Харламов Леонид Михайлович. На генеральном плане двора, подписанном Харламовым, указаны владельцы, жена личного почетного гражданина Устинья Никитична Капанова и жена санкт-петербургского купца Елизавета Алексеевна Рыбина. 1937 год. Здесь жили Волконская Елизавета Александровна, 1881 года рождения, уроженка и жительница города Ленинград, русская, бывшая княгиня, беспартийная. В 1931 уехала вслед за ссыльным мужем в Сибирь. До 1935 года на иждивении мужа. В 1937 приходящая домработница у научного работника проживала в городе Томске. Тройкой УНКВД 18 августа 1937 года приговорена к высшей мере наказания, расстреляна 29-31 августа. Ее муж, князь Андрей Владимирович Волконский, умер в Томске в 1935 году. Здесь жил Смолянский Моисей Израилевич, он же Радштейн Хаим Давыдович, 1895 года рождения. Уроженец Парчева, это в Польше. Еврей, член ВКПБ. В 1928-1937 годах портной химкомбината. Арестован в 1937 году, 27 октября. И комиссия НКВД и прокуратура СССР 22 ноября 1937 года приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 27 ноября 1937 года. Вот такие данные по дому номер 18, улица Верейская, я нашел на сайте City Walls. Пока-пока, до свидания.